Предварительные бои 33-го чемпионата. Тони Де Суза против Даррел Накао. Сейчас будет команда к началу боя. Посмотрим на разный подход. Тони Де Суза любит середину ринга. Атаку бьет ногой внутрь ноги соперника. И большой левый, и Де Суза падает. Накао начинает серию ударов. Судья вмешивается. Де Суза плохо стоит на ногах, но бой закончен. Накао нокаутировал Тони Де Суза. Я сам не ожидал. Вроде как японец не очень прославился своими ударами руками. Де Суза разочарован, он хочет продолжать, но нет, все. Посмотрим еще раз. Вот удар ногой Де Суза. Хочет ударить левый. И Накао, бах! Точно в яблочко. Де Суза падает. И судья очень четко останавливает бой. Де Суза начал опускать руки в попытке преследовать соперника.